воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях людина, яка розбирається в політиці, розбирається в історії. Це блогер, бо бивших блогерів не буває. І вітаємо в студії Антона Савічева. Дуже велике дякую за те, що пригласили. Ну, давайте перейдем к повестке. Давайте. Еще ты забыл упомянуть, что я главный редактор сайта Вести.ua. Так, а я как раз хотел до этого перейти и запитати тебе, а чем ты зараз займаешься? Да, сейчас я уже где-то с мая не снимал ни одного блога, с мая этого года, и, можно сказать, ушел из YouTube, но и перешел в более такую журналистскую деятельность. С октября, нет, даже с сентября этого года я главный редактор сайта Вести.ua. Ты перешел, нашел работу своей мрии, или просто так? Да, как оказалось, да, это работа моей мечты, это интересно, это такая более менеджерская работа. Блогер – это человек, который говорит что-то от себя, сам находится вот один на один со зрителем. Это тоже круто, это хорошо, но как бы очень интересно иногда выстраивать, организовывать целые процессы. Как сейчас принято говорить в среде бизнесменов, некие экосистемы. Ну, вот. И таким образом я попал в Вести.ua, и сейчас мы тоже там... Ну а скажи, будь ласка, а то, что ты попередньо перед этим занимался блогерством, что ты снимал реальные истории, это как-то сприяло тому, что ты перейшел зараз и став... Не, ну конечно, конечно, да. Я и до блогерства занимался там и пиаром, и разного рода политической деятельностью. В принципе, все это такой багаж этих знаний, он помог занять такой пост. А давай, ну я тебе знову хочу трохи відтягнути назад, попередньо, бо ми топ-блогери України, від того я тягну все в свій бік. Не топ-бивші блогери, да, скажімо так. Дивись, ти знімав блоги, які стосуються історії України, реальні історії називалися. Ну не тільки України, іноді старались там як-то наступити. Заради чого ти це знімав? Як тобі здається, людям взагалі цікава зараз історія? І чи потрібна їм взагалі ця історія? Їм треба щось знати? Во-первых, я по образованию історик, я кандидат исторических наук. И поэтому, конечно, для меня история – это и мое хобби, это мое образование, это даже научное изыскание. Это что касается первого вопроса. Второй вопрос – нужна ли Украине история? Ну, наверное, нужно, но есть ли спрос на такую объективную историю? Его нет. Снимая блоги, я видел, что некоторые, например, хорошо заходят для аудитории, некоторые плохо заходят. Тогда я начал сравнивать, а что ж такое? Да? И когда ты говоришь своей аудитории, например, определенную категорию, да, там, ну, определенное утверждение, то она хавает, да, я тоже так думаю, и поэтому я смотрю и делюсь. Если ты говоришь непопулярные вещи, но которые ты заявляешь как профессиональный историк, то это сразу же не нравится аудитории, потому что они привыкли понимать только свою историю, и это большая проблема, вообще считаю, всего для Украины. Толерантности. Толерантности нет, да. То есть у нас история, скажем так, она политизирована. То есть это часть общей идеологии, идеологии каждого человека. И ты не можешь, да, там, например, мой любимый пример – это исторические тенденции, да, какие-то в исследованиях. Вот если мы возьмем Европу там, и западный мир, то там сейчас тенденция уже, наверное, лет 30 того, что людям интересна история повседневности. Им не интересны вообще вот эти баталии. То есть они уже это изучили, уже куча исследований, ну, там, миллионы томов изданы. И людям интересно что-то новенькое. Например, как жили люди, чем они там питались, грубо говоря, ну, занимались ли они сексом и так далее. То есть, ну, я совсем недавно прочитал там «Повседневность средневековья», да, книгу, и я просто, ну, поразился, насколько историческая школа той же Западной Европы ушла далеко от школы украинской, потому что мы до сих пор не можем, до сих пор спорим над тем,
ну, кто победил в том или ином противостоянии, кто куда выдвигался. То есть те вопросы, которые, в принципе, уже давно изучены, но теперь их пытаются подать под другим идеологическим углом, а не только там наши там, любимые Вятровичи и так далее, но и другие, да, но и их оппоненты, которые также радикалізируют, політизируют. Ну, я взагалі відношуся до той діяльності, яку проводить пан Вятрович, який, до речі, став депутатом Верховної Ради. Ну, що ж, поздравляємо господина Вятровича, да, з депутатством. То есть, це ж твій колега, в принципі, можна так сказати. Сумасшедших, да, прибавилось в Верховной Раде. Ну, на самом деле, я никак не отношусь к его деятельности. Я не могу сказать, что я отношусь к ней негативно, но ну, и позитивно тоже. Ну, то есть, он не сделал ничего такого, чтобы поменять дискурс в исторических исследованиях. Грубо говоря, как в некоторых университетах изучали там, историю Второй мировой войны, как победу советского народа, так и изучают. В других университетах, как изучали, да, там, деятельность АУН-УПА в период Второй мировой войны, там, так и изучают. Ну, Вятрович, он просто внес более конфликтный дискурс. Ну, этот дискурс, он же на уровне политиков, на уровне активистов, ну, так условно, да, активистов, на уровне каких-то околополитических экспертов, но не на уровне, там, как таковых историков. Поэтому, ну, как для исторической науки он ничего не сделал, абсолютно ничего. Как для там, какого-то разжигания там, конфликтных тем, да, то да, тут он, конечно, постарался во славу. Тобто не дарма його намагалися і затягнули все ж в Верховну Раду. Да. Да. Ну, ну, там, звісно, він буде продовжувати, мабуть, цікаву діяльність. Дивись, багато років тому президент Буш зустрівся з президентом Путіним. І після цієї зустрічі він розповів, що коли він подивився в очі президенту Путіну, то він побачив його душу. Так. А нещодавно ти мав можливість подивитися в очі президенту пану Зеленському в Маріуполі. Да, да. Есть фотки с ним. Що ти побачив? Усталость. Боча. Ну, в першу чергу усталость, обычну человеческу усталость. И, ну, у меня нет такого там негативного отношения, например, к Зеленскому. Ну, можно сказать, что я где-то там до сих пор остаюсь каким-то зеленоботом, потому что до сих пор не могу поверить, что все-таки время Порошенко прошло. Но дело его, как оказывается, живет, да, еще. И дело, и тело. И дело, и тело. Тем не менее, это усталость, понятно, потому что мы встретились, фотографировались на полях форума в Мариуполе. Это был инвестиционный форум. И я там был в качестве журналиста, и, в принципе, я пытался сопровождать все, то есть ну, присутствовать на всех активностях президента. И это был очень загруженный день, и я знаю, что он открывал этот форум, ездил открывать какую-то там IT-площадку, которую делает USAID. Ну, это USAID. Мы все просто в той день, ты имеешь да, на увазе, в один, что в один и тот же день. А так, в принципе, нормально. Чи в том есть загальная такая в том? Не, ну это как бы одно мероприятие. Он поехал туда, открыл, там он пообщался с ветеранами Азова, там к нему приставали вопрос, с вопросами о вот, уважаемом блогере Анатолии Шарие. И он везде пытался отвечать, он везде пытался общаться. Потом он вернулся опять на форум, опять встречался, опять появлялся. Ну, то есть, на самом деле, как бы даже если журналисты, которые, в принципе, там находились на этом форуме безвылазно и имели возможность там отойти покушать, попить, там как-то перекурить, то Зеленский, он везде вот так крутился, он везде со всеми пытался общаться, всех пытался там успокоить, и ветеранов Азова, и каких-то людей, которые про экологию. Не были там, да? Да, и тех, и других, и четвертых, и пятых, и выводил вечером уже эта фотография, ну, мы там, я попросил селфач сделать вечером, то есть, когда он уже закрывал этот форум, возвращался, я говорю, давайте сфотографируемся, я вижу просто безумно уставшего человека, безумно уставшим своїм окруженням. Поэтому, ну, вот такая... Просто я до чого запитую, бо безпосередньо пан Богдан, він розповідав про те, що, в принципі, президент ну, втомився. І мається на увазі вже не просто від того, що він проводить якусь там зустріч чи щось, а взагалі. Емоціонально. Ну, возможно, емоційно, да. Ну, так, так. Вообще складається впечатление, що вот, нова власть, вона не так представляла себе власть. Не так представляла себе систему. Тобто вони, може бути, не готові, да? Потому що, да, ну, это, понимаете, когда
к власти пришел Порошенко, он мог представлять что себе, что такое власть, потому что он был депутатом там с 90, насколько я помню, 9-го года, он был министром, он был главой СНБО, да, министром иностранных справ и по экономике, потом он стал президентом, он в принципе понимал, что завтра ему принесут такую кипу бумаг, которую надо рассмотреть, там прошения, там звонки какие-то, порешай. А тут пришел тобто человек... Тобто були, мабуть, якісь вже люди, з якими він конечно, був знайом? Да, да. Ну, это ж ну, патронатная служба, я думаю, была его. А Владимир Зеленский он-то пришел с бизнеса, и с бизнеса, ну, он успешного бизнеса, но не сказать, что там, да, там он такой вот огромный, что это корпорация Рошен. Это 95-й квартал, где креативные люди, где быстро решаются всякие проблемы, да. И наверняка, ну, мне так кажется, что эти люди, когда пришли в власть, они также думали, что они сделают и с офисом президента. Помните, они говорили, мы переедем и сделаем open space, и все будет классно. А потом оказалось, что, значит, тут надо охранять тебя от прослушки. Хочешь не хочешь, кортеж у тебя будет. И так далее, и тому подобное. А хочешь не хочешь, надо этих принять, там представить, там рассмотреть. И то есть, мне кажется, конечно, они немножко разочаровались. Это они разочаровались в собе? Я думаю, они разочаровались в системе, которая была построена до них, и, конечно, они, возможно, на первых порах хотели поломать. Можно сказать, что когда они давали обещанки свои, то они не ожидали, что они не смогут их выполнить. Конечно, наверняка. Ну, тогда прикро, что они вообще их тогда давали. Ну, это как-то... Ну, понимаете, мы же... Трохи инфантилизм такой. Когда хочется победить, ты же будешь в любом случае заявлять все, что угодно. Но тем более, ну, искренность этих заявлений и действий, ну, она же не подлежит сомнению, да. На самом деле, ну, все верят, и, в принципе, разные источники, даже вестей там сообщают, что действительно в офисе президента, как сейчас принято называть, администрацию, да, говорят, что они действительно хотят закончить и войну на Донбассе, и как-то и инвесторы, все, и договорники. Но только система-то к этому не готова. 30 лет она строилась, и каждый президент как цементировал ее, цементировал, каждый на своих местах. Але, может, каждый президент мріяв про те, що він прийде і щось змінить, а в ітозі виходило так, що не він змінював систему, а система змінювала його. Ну, я не думаю. Мені кажется, просто до президенти, до этого вони були чуть-чуть виходці з другого покоління. Це були люди, які в своє время там були в комсомолі, і как бы, вони видели власть як такову, яка вона должна бути. І вони стремились к этой власти, да, когда говорили, що Віктор Янукович очень нескромно живе. Ну, так, в його представлении президент не должен по-другому жити. Ну, так же, как и Порошенко, когда он говорил «дорогенько», да, то он как бы, ну, в его представлении так и надо, как, ну, как бы она дорогенько, я президент, вот. А Зеленский хочет, он пытается быть как-то таким западным открытым лидером. Ну, как ты будешь западным открытым лидером, если тогда надо менять там, не знаю, систему охраны, да, чтобы как бы тебя постоянно не окружали. В принципе, люди, да, поставлены да, кем-нибудь, да. Надо вот, хочешь ты переезжать с офиса президента, ну, для этого нужны деньги, чтобы оборудовать такой офис, который будет все-таки безопасный, да. Вот, и, конечно, они, да, они в этом плане немножко, мне кажется, разочаровались в самой системе. Зараз біля Верховної Ради зібрався достатньо великий натовп людей. Да, гробик со свиньей там. Так, да. І зараз вирішують, де вони поховають цю свинью потім. Ну, давайте не до того, бо є більш така важлива тема, вона пов'язана з законом про землю, так. Зняттям мораторію на продаж землі. І у мене виникає одне питання. Наскільки це необхідний закон на даний момент? Чому його зараз намагаються просувати? Для кого його поставили, скажімо так? Бо 21 листопада відбувається 6-та річниця Євромайдану. Мені здається, що це небезпечно проводити... Давати повод, да? Ще раз зібратися. Так, зібратися. Знаешь, мы даже перед эфиром с тобой общались, и мы не пришли к единому мнению. И я скажу и зрителям нашим, что единого мнения, нужен ли рынок земли, не нужен, его нет. Есть определенные мнения. Мое мнение таково, что
Рынок земли, ну, то есть этот вопрос не только уже перезрел, он, по-моему, уже загнил, и как бы его надо было принимать, ну, сколько? Ну, лет, наверное, 20 назад. Возможно, во время вот того экономического подъема 2004-го, 2008-го, 2003-го, 2000-го. Тобто спочатку робити... Да. Когда был рынок кредитования, так. Помнишь, когда росла ипотека, рынок недвижимости, когда у нас все пересели с шестерок советских на Ланос и кто-то получше. Вот. Но надо было тогда. Сейчас принимать рынок земли, ну, знаете, довольно спорное решение, но оно уже перезревшее. Но нужен он. Нужен он. Взагалом, начебто, необхідно, але не в цих умовах. Можна ну, так возможно, да. Нет, зрозуміти. Условия должны создать. Во-первых, нужны регуляторные какие-то вещи. Нужно понимать рынок кредитования. То есть будут ли дешевые кредиты на покупку земли у украинских там, фермеров, аграриев, там, ну, даже латифундистов, даже у олигархов там, аграрных. Да, там, будут ли вот эти вот дешевые кредитования? Второй момент. Будут ли регулировать, как мы общались, и ты правильно заметил, да, посевы. То есть, понятное дело, что сейчас самой выгодной культурой является та культура, которая истощает землю, чернозем. Яка заборонена в розвинутих країнах. Ну, может, она может даже не запрещена, но там есть определенные требования, что ты тут засеял один год, да, собрал урожай, потом оставь эту землю, удобри, оставь, и потом засевай там года через два, да, три. То есть, есть такая история. Будет ли это регулироваться? На этот вопрос тоже должно ответить и правительство, и офис президента. Вот. И так далее. То есть вопросов много. Очевидно, что рынок открывать надо. И надо, потому что земле нужен собственность. Ну, помните Столыпинскую реформу, опять-таки? Ну, когда в 2000... Столыпинский галстук, кто был для террористов, а для крестьян-то как раз когда открыли землю. Наслідок деяких реформ, потім почалися такі, скажімо так, негативні дії зі сторони пасіонарів, скажімо ну, так. Да, ну, тех, как... ну, можливо, я помиляюсь. Не, ну, смотри, как бы, если мы говорим стратегически, да, политически это имело негативные последствия, это революция, да. А если мы говорим экономически, то Российская империя в 2014 году входила, по-моему, второй или третьей экономикой мира. 1914. Нет, не 2000. Тут я не могу сказать, какой экономикой мира. А в 1914 году там Российская империя, то есть она входила в том числе благодаря решению земельного вопроса. То есть был и импорт сельскохозяйственных изделий и так далее, и тому подобное. Это все подталкивало экономику, подталкивало тяжелое машиностроение. То есть, ну, опять-таки, в Российской империи, насколько я помню, к началу Первой мировой войны в день делали по одному или по два в день, ну, в среднем, этих локомотивов. Ну, то есть паровозов, да, там, условно говоря, не говоря уже сколько... Ну, то есть это говорит о том, какая была развитая экономика 105 лет назад. И все это стало возможным благодаря вот как раз Столыпинским реформам. А Столыпин все-таки немножко связан с Киевом, у нас он тут и похоронен. Поэтому, может, дух этих реформ как-то передался на Печерських холмах. Ну, Вітозі, а це може пов'язано бути з тим, що, наприклад, через це мабуть, завтра, да, приїжджає комісія МВФ? На днях, да, приїжджає комісія МВФ, возможно. Ну, це намагається показати, що, от, дивіться, ми тут хочемо це зробити, але не можемо. От народ проти. Возможно. Ну, не исключений такий варіант. Тобто, тоді я можу поаплодувати власті, тому що вона створила хорошу, стратегічно удобну для себе позицію. Тобто, вони, да, протолкнули, сказали... Приехали ребята, сказали, шоу вечернего да, ну что, да, так, ну да. Что у вас? Они говорят, ну посмотрите, свинью хоронят, трибуну блокируют, народ против, вот вам социологические опросы, смотрите, как бы не к месту. Зараз які баталії, треба першим добігти до трибуни, заблокувати і потім прибігти, заблокувати. Мы сегодня в редакции сегодня очень это обсуждали, мы изучали диспозицию, там Батьківщина Юлія Тимошенко заблокировала трибуну для спікера і віце-спікера.
спикеров. Блок ОПЗЖ заблокировал саму трибуну для выступлений. И все так стратегически. Мы думали, просто если... Це як ігра комп'ютерна, да, стратегія. Да, треба, да, там как... мельницу побудувати, там треба как форпост якийсь. Когда? Ну тут, конечно, не хватает этих ребят с 2011 года, когда, помните, залетали в Верховную Раду, mm-hmm. сразу там начали крушить, когда mm-hmm. Харьковский был соглашение принимали. Тогда же было очень весело тоже в Верховной Раде. Не, ну, кстати, это тоже такой, знаете, хороший симптом, что в Верховную Раду приходит этот цирк. Ну, просто при Петре Порошенко, помните, как было? Мы вносим какой-то законопроект. Так, кто голосует, тот молодец, кто не голосует, тот рука Кремля. И завтра Игорь Валерьевич Луценко придет и там расскажет вам представление на этого депутата. Или там позвонят там какие-то люди. А сейчас вот снова появляется какая-то вот политическая жизнь в Верховной Раде, какая-то экшен. Ну да, то Джокер... З'явиться, який буде гуляти. Да, Джокер, хто-то там чухає собі щось, кого-то ловлять на проститутках. Причому треба пригадати, що чухає сам Джокер. Да, вот, да, так. Причому... Він не чухає, він не Джокер. Зараз ми договорилися, що сведемося к одной персоні. Вот. Ну, появится скоро второй, там он тоже будет, я думаю, голодать и что-то приковывать себя к этим батареям. Тобто відтоді ми все ж будемо спостерігати за цими баталіями, за цим фортом Бояром, да, де хтось там да, ну, має прибігти першим, там, зайняти трибуну, там, паспорту десь бігає, ключі так, якісь збирає. Так, а що тут плохого? Ну, це говорить о том, що, знаєте, це хоча б говорить о том, що нет договорняка. Це говорить о том, що, значить, алло, здрасте, ви, значить, свою фракцию поддержите или завтра там мы вам не дадим столько-то денег, а вы там не поддержите. Ну, то есть это говорит о том, что ну, политическая жизнь восстанавливается. Рынок да, восстанавливается. Там. Восстанавливается политическая жизнь. То есть нет уже этих, как у нас там было, БПП «Народный фронт» и примкнувший к ним Ляшко, это, значит, патриоты. А это все типа маргиналы. Теперь этого нет. Теперь есть разные группы влияния. И, кстати, что интересно, и в этих всех вопросах как-то очень редко слышно в Верховной Раде там заявление про руку Кремля, да? Ну, я слышал, что кто-то говорил, что, мол, открытие рынок земли – это план Путина. Нет, а в принципе, до речи, это же может быть таке. Мы зараз продамо всю землю швидко, и Путин не нападе, потому что вся земля уже продана. Да, да, це то Сорос отобьет. Ну, так. Ну, это, знаете, это очень странные такие теории заговоров, которые, ну, я надеюсь, большинство людей все-таки уже выросло из них немножко. Добре, дуже дякую за цю розмову. А ми в рамках нашого громадського опитування давайте подивимося і поцікавимося думками наших відомих блогерів. Дивимося наступний блок. Топ-блогери України. Верховной Радой был принят закон о снятии моратория на продажу земли. Точнее, был принят в первом чтении. И почему я поздравляю? Ну, потому что «Слуга народа» поздравляет. Они искренне считают, что наконец-то мы избавились просто от этого ганебного стану, когда, извините меня, какие-то Чили и Боливии только имеют моратории на землю. А вон и Штаты, и Канада, и все, кто хочешь. У них свободная продажа земли, и мы к этому и стремились, и в Европе везде, и не только в Европе, Европа нас и похвалит еще за это, Европа сегодня, совет какой-то Европы там выступил с заявлением о том, что нужно снимать мораторий, поэтому мы молодцы. Я бы свое внимание хотела акцентировать на самом ярком представителе «Слуги народа». Мы уже с вами его обсуждали, это Никита Потураев. Отдельный кадр из «Слуги народа», и сегодня он как звездочка, он так вот взорвался, как комета, пролетел просто по Верховной Раде, что затмил всех. Сьогодні навіть під цей ганебний звук, який йде з засівших батарейок. Сначала не совсем была понятна мысль Никиты Потураева. Он ее не мог сформулировать, но он начинал. Он начинал свою пламенную речь, которая войдет в историю. Украина остаточно поховає коммунизм! Мы нарешті! Про остаточно оно мне что-то напомнило. Напомнило, как мы уже прощались с Россией постоянно. Прощались, прощались. И с Радянским Союзом тоже мы прощались. А тут
Все в лучших традициях Петра Алексеевича. Не зря назначают людей в кабинет премьер-министра, не зря назначают людей из Европейской солидарности, не зря назначают Светлану Заліщук, которая была в БПП, потому что они перенимают лучший опыт, потому что надо понимать, что это были лучшие люди. Поэтому у нас в новой власти новое прощание с тем же коммунизмом и с тем же Советским Союзом. Зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ. Будем по очереди. Во-первых, нельзя свести счеты с Лениным и Сталиным, потому что они умерли. Головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. Но потом я начала думать, несмотря на то, что Ленин и Сталин умерли, почему? Почему Никите Потураеву так важно свести с ними счеты? Почему он так нервничает по этому поводу? Почему каждое его выступление, касается оно проституток или земли, или, возможно, налогового кодекса, оно всегда где-то красной нитью у него проходит Советский Союз? В чем дело? И я хочу, чтобы зараз вся країна подивилась. А потом по этим жестам я поняла. Я поняла, что где-то я уже это видела. И я хочу, чтобы зараз вся країна подивилась на нащадків Ягоди, Єжова, Бері. На нащадків Ягоди, Єжова, Бері. Кровавих катів українського народу. Оці люди, вони нащадки тих, кто влаштовывал Голодомор. И потом я поняла. Я поняла, что Никита Потураев, у него два варианта. Или он просто психически неадекватный, что плохо для Никиты Потураева. Или, возможно, в наказание Адольфу Гитлеру за то, что он совершал такие плохие поступки, его отправили в тело Никиты Потураева. И теперь он вынужден страдать и выступать с такими никчемными речами в теле Никиты Потураева, когда вроде бы как и хочешь показаться диктатором и фюрером, а у тебя не получается, потому что ты же в теле просто Никиты Потураева. Кто вбив миллионы украинцев? И не получается. Кто вбив миллионы украинцев, позбавивши их земли? Ось вони! Во всем виновата, конечно, оказалась так называемая оппозиция. Потому что так называемая она, потому что она взбодрилась только во время голосования закона о земле. Рабинович появился в Раде, не ходил там 3 месяца, а тут вдруг вспомнил, что и Рада существует, и хайпануть своего надо. Так вот, почему-то именно они оказались во всем виноваты. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов московицький сапог і вморив тут всіх голодом, але ні! Сьогодні ми з цим покінчимо раз і назавжди! Як іменно мораторій на продажу землі зв'язаний з тим, що прийдуть росіяни, прийде Росія, прийде Путін, я не дуже поняла. Потому что, наверное, когда придет Европа, и европейские компании, и мировые компании, они будут раздавать нам еду. Они понимают, что Украина — это талантливое государство, государство с талантливыми людьми, и в него просто нужно вкладывать, нужно немножечко подтолкнуть. Поэтому и понятно, зачем слуга народа так старается. У Путіна є ринок землі. В путінській Росії з першого року, 2001-го, є ринок землі. После угроз Никиты Потураева и его просто пламенной речи он решил все-таки уговорить оппонентов аргументами. Объяснить, почему. И объяснил это тем, что даже у Путина есть рынок земли. Хотя странно, если у Путина есть рынок земли, то мы точно не должны поступать так же. Мы должны тройной мораторий наложить на продажу. Воры! Воры! Брехуны! Коли ж вы вже нажретесь? После того, как аргумент с Путиным не помог, Никита Потураев очень разозлился. Тільки треба закликати сюди Рябошапку і Ситника, щоб вас тут прямо приймали. Коли я почну про вас розповідати, де я вас бачив, з якими розмовами, з якими контрактами.
схаменіться! Не очень понимаю, почему Никита Потураев до сих пор не рассказал Рябошапке и Сытнику о том, где он и кого видел, с какими бумагами, контрактами и с какими разговорами. Це ТВУ! Топ-блогери України. Антон, дуже дякую за те, що ти прийшов, завітав до нас в студію. Приходь ще, буду особисто я дуже радий з тобою знову поспілкуватися. Понятно, что. И тебе спасибо, что пригласил. Это для меня, можно сказать, дебют на большом телевидении. Ну, с дебютом тебе. Спасибо большое. Спасибо. Дякую. Друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Якщо ви хочете подивитися цей випуск ще раз, то тоді заходьте на YouTube-канал, пишіть ТБУ і передивляйтесь. Також не забувайте шукати і знаходити нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.